Доброе утро, Сергей Петрович. А где все? Ну, на льду, я тоже вон догоняю уже всех. Не понял. Валерий Иванович, я только что в раздевалку заглянул. И что там? Не знаю, может быть, мне показалось, но я почувствовал устойчивый запах перегара. Не показалось. У Никитина день рождения был. И что? А если хотите шашкой помахать, то не советую. То есть вы считаете это нормально? Ненормально. Но если сейчас начнете голову рубить, команда вас не поймет. Если ребята себе когда и позволяют, то только по большим праздникам. Но здесь же не пионерский лагерь.